Николай Иванович Маликов – полный кавалер Ордена Славы. Родился в 1915 году в деревне Филимоново Бритовского района Ярославской области. В 1935 году он был призван на военную службу и с этого времени связал свою жизнь с авиацией. В апреле 1942 года, участвуя в воздушном бою, он лично сбил истребитель противника и за что был награжден Орденом Красной Звезды. В 1944 году он принимает участие в 14 воздушных боях на Третьем Белорусском фронте. Здесь Николай Иванович сбил еще 2 самолета лично и 3 в групповых боях и получает свой первый орден славы третьей степени. Ордена славы второй степени воздушный стрелок был удостоен в том же 1944 году, сражаясь на Первом Прибалтийском фронте. В воздушном бою под Ригой он увеличил свой боевой счет еще на 2 вражеских самолета. В последние месяцы войны, во время боев в Восточной Пруссии, Николай Маликов совершил 85 боевых вылетов. За проявленный при этом героизм и мужество был награжден Орденом Славы первой степени. 140 с лишним боевых вылетов на счету Николая Маликова за годы Великой Отечественной войны. В последние годы он проживал в Ленинграде, а в 1968 году скончался. Память о нем увековечена на Аллее Героев в селе Брейтово Ярославской области.